Люди теряются в хаосе. Задача образования, таких образовательных площадок, как наша, перевести хаос в порядок. В принципе, осознание границ, умение продвигаться в образовании – это превращение хаоса в порядок. Успокоиться, понять, что есть определенные критерии, которые не вовне в поисковых системах, а внутри формируются. Умение оценивать, умение сравнивать, умение находить источники, умение с ними работать. Причем речь идет не о бездне заданий, а о небольшом задании как практику. Мы говорим сейчас о культуре работы с информацией. Как не растеряться в море информации. И вот культуре мышления. Конечно. Ну, мышление в данном случае мы будем говорить как инструментарий. Ты свой там, инструмент затачиваешь, учишься задавать вопросы, учишься искать скрытые там какие-то мотивы, критически осмысливаешь с разных сторон. Да? Но я хочу подвести к своему вопросу. Да, пожалуйста. Так или иначе, ресурс времени у нас ограничен. Если у тебя хорошо заточен инструмент, ты больше сможешь обработать интересующейся информации, сделать какой-то вывод, ну, скорее всего, приближение. Не позвольте с вами не согласиться. С чем? Что время ограничено или что? Вот как раз я всегда говорю людям, это я вот с каждым студентом каждый год. Так. Профессионал читает меньше, чем любитель. Профессионал смотрит меньше видео, чем любитель. Любитель берет количество, он бросается на все, и он неправильно использует время, ресурсы свои. Задача образования, что такое? Мы говорили с вами об образовательном каноне. Знать, если я занимаюсь какой-то темой, если вдруг я заинтересовался какой-то темой, то как из бездны литературы выбрать три источника или три видео или каких-то три статьи. Вот о чем идет речь. Я хочу продемонстрировать понимание или непонимание. Да? Давайте. Вы говорите о том, что при помощи развитых навыков работы с информацией, хорошо настроенного мышления... Я утверждаю, что надо вначале немножко потратить времени на то, чтобы обкатать на нескольких практикумах работу с двумя-тремя темами, посмотреть, как это, выработать себе эти навыки, и после этого практиковать, это будет занимать все меньше и меньше времени. Но, тем не менее, будет экономить время. Рано или поздно мы сэкономим время, да. Но оно все равно ограничено. Мы упремся в какие-то границы физиологические, мы не сможем, у нас есть другие потребности в жизни. И вот возникает сложная тема. Mm-hmm. Все, что происходит в мире. Да? Вот в мир кажется многим, что сходит с ума. Да? Mm-hmm. Нужно делать какие-то выборы, собственный выбор делать, там, какую позицию принимать. Там элементарно в наших странах очень часто там, уезжать, оставаться, да? Включаться в активную борьбу, замереть, уйти во внутреннюю эмиграцию. Да? И здесь можно, совершенствуя свой мыслительный аппарат и культуру работы, добиться очень большого прогресса. Да? Но тем не менее мы всегда будем ограничены. Мы просто, по умолчанию наша способность понять реальность, что-либо, она все равно ограничена. И значит, я хочу вернуться к своему вопросу. Он, возможно, сформулирован коряво, но все-таки, можем ли мы упростить себе задачу, мы не оставляем попыток совершенствовать свое мышление, используя какие-то другие критерии для того, чтобы сделать эти выводы, может быть, экономя время своей жизни. Эстетика многое решает. Эстетика есть в математике, в политике, в театре, где угодно. Например, когда я подхожу, я вижу эту книгу, эстетически понимаю, что она определенного жанра, она серьезная. Я, заходя в магазины европейские, я эстетически оцениваю книгу и понимаю, что это базарное, профанное чтиво, а это серьезная литература. Потому что хорошее издательство, уважающее себя издательство, издают книги по-другому. Другая бумага, другие обложки, другая подача. На уровне зрения мы тренируем зрение, слух, обоняние, осязание. И мы тренируем эстетическую оценку. Мы понимаем, что интуитивно, когда мы видим, человек начинает говорить, вот там профан, любую квазиразумную речь какого-то эксперта воспринимает как последнюю инстанцию. Человек, который прошел какой-то этап в своем развитии, он сразу поймет в каких-то движениях неуловимых, тело, в мимике лица,
в употреблении примеров и фраз, что это подделка, это не настоящее, это вообще не эксперт. Точно так же и в других случаях. Нам достаточно бросить взгляд на город Киев, пусть все боты будут говорить об успешности этого мэра, мы видим, что нарушено очень много важных вещей. Никто не учитывает исторический ландшафт города, он ломается. Памятники архитектуры ломаются. В инфраструктуре ничего не сделано, в культуре ничего не сделано, с музеями все по-прежнему. По-прежнему нету города, духа города. И на рациональном уровне мы можем все это разложить раз, но интуитивно, эстетически мы понимаем, что что-то не так. Поэтому эстетическое, безусловно. То, что вы называете этическим, это сложнее. Потому что в эстетике, в ощущении, это наш опыт. А моральные принципы в сложном мире, они образуют много моральных систем. И, например, если мы спросим, а есть ли универсальные принципы морали? Да. Ну да, какие-то вещи обязательно, универсальные нормы и принципы, они должны быть. Не то, что это их время наше породило, а на этом держится вся коммуникация, все сообщества. Например, верность данному слову, условно говоря, что иногда сложно. Вот я сейчас так говорю красиво. Я заложник своего образа. Все думают, что я такой благородный, моральный. Нет, иногда поступаю не очень хорошо, потому что это трудно, с этим нужно идти. Дал слово или просто сказал, что ты придешь или сделаешь. Это всегда очень сложно. В бизнесе, вы знаете, это очень важно. Верность данному слову. Ни в коем случае не изменять себе и друзьям. Не переступать какие-то правила в общении. То есть, скажем так, от универсальных принципов зависит вообще функционирование сообщества. Вот если эти принципы убрать, сообщество перестанет существовать. И вот когда мы говорили о сталинизме, вот там были нарушены эти базовые принципы, к сожалению. Дело не в репрессиях. Дело не в лагерях. А дело в том, что вот эти универсальные нормы начали нарушаться. А именно, что предавать – это плохо. Что порядочного человека, если ты видишь, что он порядочный, не нужно подставлять. Что если у вас круг друзей, не выносите то, что вы говорили в своем кругу, во внешний круг, если вы не уверены в тех людях и так далее. А система, которая провоцирует доносительство, измену, которая разрушает эти связи, она делает каждого из людей врагом и опасностью. Я вижу опасность в том, в том и в том. Это то, что делает сегодня без лагерей. Вот сейчас, я скажу, может быть, резкое слово. Сейчас сталинизм без лагерей. Причем он приходит с западного мира. Мы боимся прямо говорить друг другу то, что думаем, потому что на кону наша репутация, наша работа, наши доходы. Начиная от фирмы, заканчивая вообще как бы местом в корпорации, или в университете, или в институте. И поэтому возникает мир отчуждения. Вот это нарушение базовых универсальных норм. Другой становится подозрительным, опасным. Я должен лгать другому, лицемерить перед ним. Даже если он мой друг. Потому что если он честный, сознательный гражданин, мой друг, он тут же донесет на меня. И в социальных сетях написано, а Бауместер разоблачит. Потому что он понимает, что это важно, он понимает миссию на него. Опасность может быть. Опасность. Да. И я не могу ему доверять. То есть базовое – это внутреннее доверие, которое существует всегда. В научном коллективе, в мини-сообществе, в корпорации. Если доверие нарушено, если каждый другой – это опасность, враг, лицемерие, я не могу ему доверять. Возникает то, что я себя изолирую как индивида. Вот эстетическое разобрал, вот вам этическое. Я не могу вести откровенный, честный разговор, я не могу быть самим собой, даже среди друзей. Вот это грех нашего времени, такой же, как 20-е, 30-е. Я не вижу здесь, только раньше за это расстреливали людей, отправляли в лагеря, но сейчас немножко другая система. Но принцип искажения человеческого начала тоже. Мы перестаем быть людьми, на самом деле. У нас нет внутренней доверия, открытости. Вот еще один орган. И точно так же это действует по поводу информации и знаний. Другие становятся
У людей порождают подозрения к другим, люди никому не верят, но одновременно попадают в доверие к проходимцам, каким-то там экспертам в кавычках и блогерам. Потому что им внушили это недоверие, а вот эти профессионалы знают, как воздействовать на недоверчивого, неуверенного в себе, ограниченного человека. Все эти инструменты воздействия, они заточены именно на таких людей. Я думал, мы сейчас к вами придем так интересно, элегантно, к тому, что если вы не понимаете ситуацию, не можете в ней разобраться там, рационально, так, апеллируйте к ценностным установкам, да, и это поможет вам чувствовать себя уверенно в любой обстановке. Если мы, скажем, верим в божественные силы или в Бога, тогда мы можем возлагать это на то, что называется трансцендентно. Но я привык говорить в терминах светских. А термины светские – это что? Это культура, цивилизация, наука. Это то, что больше тебя. И раньше и был выработан образовательный канон, научный канон, эстетический канон, этический канон, который является достоянием человеческого сообщества с большой буквы ЧС. Постойка. Это значит, что если я слаб, ограничен, еще уязвим, есть инстанция, которая меня усиливает. То есть, давайте введем такой вывод. Цивилизация задумана и культура как усиление ограниченности индивида. С церковью, с наукой, с культурой, с искусством. Сегодня, к сожалению, мне кажется, все строится так, чтобы не усиливать человека, а измельчать и ослаблять. Потому что мы ушли от защиты культуры, цивилизации и попадаем в какой-то другой мир. Цивилизация все в порядке. Ребенок, взрослый человек, он всегда получает помощь из зала, из культуры, культурного наследия. И он понимает, что если я что-то еще недопонял, если у меня есть какие-то границы, есть что-то больше меня. Образовательный канон, институции, мудрые старцы, есть ученые. Авторитет. Есть авторитеты, причем разные. Есть моральные авторитеты, эстетические авторитеты, научные авторитеты. Они спорят, они не во всем согласны. Но я могу ими усилиться. И всегда есть сфера, где я могу набрать определенного уровня компетентности. Это, кстати, то, что создалось уже в новое время как понятие образованного человека. Итак, делаю такой вывод. Опора на трансцендентное – это один из способов чувствовать себя уверенно. Но мы же с вами гуманисты и толерантные люди. Если среди нас окажутся люди неверующие, я допускаю, что в мире есть такие, и, возможно, они даже просто не понимают, во что они верят. Может, их даже 15. Вот. Мы всегда должны понимать, что для них всегда существуют квази-трансцендентные сферы. А квази-трансцендентная сфера – это исторический опыт, культурная, история культурная, цивилизационная, образовательный канон. Это всегда, если я туда попадаю, я становлюсь больше. Я попадаю в этот поток, усиливаюсь. А людей из этого потока выталкивают в другие вот сферы, о которых мы говорили. Вот эти потоки. Вот мне кажется, что интернет, социальные сети становятся вот такими отчуждающими личность ресурсами. Нам внушают, что это мы здесь можем что-то получить. На самом деле мы не умеем с этим работать. И попадаем под все больший каток пропагандистский. Что, давайте. Она говорит, вы можете выбирать, вы же свободны. А выбирать, помните, мы когда писали курс по политике, это одна из главных грехов либеральной системы. Она исходит из того, что примат индивида над сообществом, что индивид способен уже от рождения выбирать. От рождения способен выносить оценки. От рождения он мыслитель. И от своего рождения он способен на все, выбирать любые жизненные стратегии. Это обман. Вот все это человек должен становиться. Уметь пользоваться свободой, уметь выносить оценки, уметь мыслить, уметь понимать. Вот тогда мы вот ваш разговор, ответ на вопросы замкнули. То есть это то, что мы учимся. А нас, говорят, мы это спонтанно уже, вы все можете сами. И тут возникает, это может стать только пропагандисты. Если они говорят несформированным юным душам, что вы уже все знаете, вы выбираете сами, вы уже мыслители, все ценности вы интуитивно постигаете, так выберите, пожалуйста, правильное,
Вот это. Потому что это... Ну, очевидно же, не... Неответственные радикалы, маргиналы, мракобесы, антидемократы, империалисты и... Да. Теисты. Если раньше культура строилась, наука, этика по образу креста, вертикаль и горизонталь пересекались. Горизонталь — это наши групповые споры, разные версии политики, культуры и так далее. Но была и вертикаль. И в каждой из этих культур античные полисы с богами-патронами, с изречениями Оракула о, например, миссии Сократа, римская огонь весталки, которую поддерживали Римской республики, и, безусловно, христианство, ислам и иудаизм, это все понимание того, что люди не предоставлены только самим себе. Люди имеют опору, и их ограниченное здесь и теперь видение компенсируется еще дополнительными, не хотел сказать механизмами, дополнительными силами, институализированными. То ли в институте весталок, то ли в институте монашества богословов или, не знаю, проповедников. Так или иначе, а потом в политике это, естественно, монарх или группа людей. Сегодня мы потеряли вертикаль, попали только в сплошную горизонталь, а эта горизонталь потеряла определенность. Нам сказали, что мы все имеем право на мнение, что мы все можем претендовать на некую истину. Одновременно объявили, что истины как таковой не существует. И это очень сильно подрывает возможности выстраивания на каких-то принципах вообще нашей деятельности. Потому что всегда здесь какая-то из сил испытывает соблазн подкорректировать все в свою сторону. То, что вы сказали о поиске возврата к вот этому вертикальному измерению, возвращения трансцендентного в наши практики, это для меня тема трагическая, тема очень важная. Для меня это вопрос, как ненасильственно, мудро возвращать трансцендентное в наши практики. Это еще сложнее, чем найти выход из горизонтальных практик секулярного мира, еще сложнее. Мы, но на нашей стороне есть одно «но». Мы без этого не можем. Вот я как наблюдатель, как философ, как человек, как наблюдатель событий, понимаю, у нас нет другого выхода. Мы пережили очень короткий опыт чистой горизонтальности, и ничего хорошего это не дает, по моему мнению. Со мной можно спорить. Вот я вам обещал механизмы контрпропаганды и манипуляции. Вот эти фразы, вот они. Со мной можно спорить, я не истина последней инстанции. Я высказываю свое мнение, но это мнение человека, который много об этом думал. Это, конечно, не аргумент, но все-таки я здесь не одинок в таком видении. Без возвращения трансцендентного в наши практики у нас нет шансов, поскольку это будет право более громкого, а не более мудрого. Это как на Восточном базаре, кто громче выкрикнет. А вот какая дыня прекрасная, вот моя дыня, нет, моя дыня, а моя дыня еще более дынная и так далее. А должны быть критерии. Да, вот эта дыня спелая, сладкая и хороший сорт. Для этого нужно все-таки представление об истине. Тут постмодернизм не работает. Если человек хочет хорошую дыню или хорошее общество, или здоровое общество, он нуждается в четких критериях.